предсказано. Амун, темный бог, снова жив. Вся надежда на спасение нашей галактики в руках Зелнага. Лишь одна часть пророчества остается неисполненной. В мире, где возродится Амун, воссияет и последний свет. И лишь одному существу было известно это место. Самиру Дюрану, также известному как Нарут. В этой системе есть заброшенная база Мёбиуса. Надеюсь, она раскроет нам его тайны. Зератул, это честь для меня. Я Претор Талис. Смиренно прошу твоей помощи. Кто-то похищает тамплиеров из наших колоний. Нам удалось отследить их путь до базы тиранов, но на нас постоянно нападает Рой. Рой? Я уже в пути, Талис. Да скроет тебя Адун до моего прибытия. Наконец-то пророчество исполнилось. Лишь принеся великую жертву, мы обрели надежду. Видение, ниспосланное нам Зелнага, поможет предотвратить наше полное истребление. Я должен вернуться к своему народу. Они не одобрят моих действий, но я предстану перед их судом. Я заставлю их понять. Только Арданис, юный иерарх, может объединить наш разобщенный народ, пока гнев Амуна не захлестнул всю галактику. Конец настал. Сегодня мы возродим наше былое величие. Сегодня мы вернем то, что утратили. Вернем наш родной мир. Знаю! И пусть свет Кхалы ведет нас. Флот вторжения готов к бою. Мы ждем твоего приказа, иерарх. Мы должны остановить вторжение. Зератул! Тамплиеры! Схватить предателя! Нет! Нет! Выслушаем его! Грядет последняя война. Амун, темный, вернулся. Не верь этому еретику. Вторжение лишь отвлечет вас от главной битвы. Ярость Амуна захлестнет всю галактику. Не забывай, что именно из-за него мы потеряли Айюр. И это лежит на мне тяжким бременем. Арданис, я знаю, что противопоставит надвигающейся тьме. Ты должен мне поверить. Мы через многое прошли вместе, Зератул. Но слишком многие уже пожертвовали жизнью ради этого момента. Вершитель! Начинаем вторжение! Опустошил наш мир.
Наш гордый народ был обречен на изгнание. Но никто не разрушит наше единство. Ибо нас связывает Кхала. Священный союз всех наших мыслей и эмоций. Война, о которой ты предупреждал, началась. Скажи мне, друг, что ты узнал? Я видел конец всего сущего. Волчище гибридов, опустошающие целые миры. Ими повелевает голос из тьмы, Амон. Но ты говорил и о том, как выстоять против него. Я будто слышал голос из тьмы веков, который шептал мне: «Найди ключ, что дарует вам надежду». Ключ? Я видел свет, озаривший артефакт Зелнага на тиранской планете Кархал. Он и есть ключ из видения. Пророчества гласят о противостоянии Зелнага с Амуном в конце времен. Думаю, ключ приведет нас к ним. Я всегда верил тебе, Зератул, но бремя власти ко многому меня обязывало. Иногда я сомневаюсь в том, что на самом деле готов был его принять. Твои сомнения напрасны, юный Артальс. Если тебе было суждено возглавить нас, прими то, кем ты стал. Отправляйся к Джеймсу Рейнору на Кархал и забери ключ. Я же подготовлю наши войска для грядущей войны. Когда ты вернешься, тамплиеры будут готовы. Энтаро Тассадар, друг. Энтаро Артанис, брат.
слышу его шепот. Борись, Ардарис. Не дай ему поглотить тебя. Вечная ненависть. Он осквернил Кхан. Твои нейронные узы сковывают тебя. Их нужно отсечь. Амун! Кузнец Каракс, я искал тебя. Ардарис, хвала богам. Твои нейронные узы, их нужно отсечь. Это уже сделал темный тамплиер. Я больше не связан с Халой. Сколько нас осталось? Я спас всех, кого мог. Идем, мы должны покинуть эту планету, пока не поздно. Покинуть? Как? Копье Адуна все еще покоится под руинами Коршакала. У него древние генераторы, но одаренный кузнец вроде тебя сможет их активировать. Копье Адуна? Я... Для меня честь иметь такую возможность, и мы не должны ее упускать. Да, это так, Каракс. Отправляемся в путь.
Халаев. Последний из трех ковчегов, созданных, чтобы сохранить наше наследие в самые темные времена. В его отсеках дремлет множество зелотов, отважных тамплиеров, погруженных в стазис, чтобы стать частью армии этого судна. С болью в душе я начал отсекать их нейронные узы. Нижние палубы выделены под звездную кузницу. Тут создается оружие. Это судно хранит много тайн. Его технологии древние, но очень сложные. Его создали в славные времена, когда свет нашего народа сиял подобно солнцу. Звездный атлас обновлен, Иерарх. Здесь ты можешь выбрать следующий пункт назначения. С этим судном мы отомстим за случившееся, Каракс. И освободим тамплиеров. Они не думали, что все закончится так. Поступают доклады. Миры Доминиона разорены. Форпосты разрушены. Столько ребят погибло. Воинов. Смерть — судьба всех воинов. Судьба, которую вскоре можем встретить и мы. Судьба — это не приговор. Я думаю, уж если Зератул верил, что ты сможешь все изменить, эта война только начинается. У вас принято пожимать руку друга. Ведь так? Thank you.
Величество. Говорят, что мы, лишенные сияния Кхалы, обречены на муки. Шла в поисках Зелнага. Похоже, нас свела судьба. Не будем ее искушать. Зелнага.
легко сломить, Амун! Перворожденные больше не боятся тебя! Ты думаешь, что победил? Пытаешься спасти порочный цикл. Но меня не остановить. Амун, я разбил твою армию тиранов. Разрушил лабораторию гибридов и привлек твоих слуг на свою сторону. Осталось лишь уничтожить тебя. Наглая букашка, я несу спасение, и не в твоих силах меня остановить. Ты вернешься на Айюр и умрешь. Какой самонадеянный. Я смогла проникнуть в его разум так же, как он проник в мой. Его тело почти готово, и сейчас он ждет нашего прихода, чтобы направить против нас великий флот. Есть способ этого избежать. Нужно уничтожить священную пси-матрицу Айюра, иначе мы все обречены. Если он использует золотую армаду, чтобы мы не смогли уничтожить его тело, ты права. Матрицу придется разрушить. Твоя связь с Кхалой была полезна нам всем. Однако пора тебе освободиться от оков Амуна. Прерви свою связь с Кхалой. Я лишусь всего, что знала. Освободись от прошлого, Рахана. Вступи в новую эру. Это единственный способ. За Деламов! Установить курс на Айюр. Собратья, услышьте меня. У нас мало времени. Вы и те, кто сейчас томится в рабстве Амуна на поверхности Айюра. Все, что осталось от нашей расы, нашей цивилизации. В былые времена мы были стражами мира в галактике. Но гордыня и распри одолели нас, не дав исполнить наш священный долг. Кхала, призванная нас объединить, только усилила нашу рознь. Надежда оказалась ложной. И сегодня мы должны отказаться от этой лжи. Оставить наши предубеждения и самонадеянность в прошлом. Теперь мы сражаемся, зная, что наш народ не обречен. Что протосы могут стать единым народом и смогут основать новую, великую цивилизацию. Доверьтесь друг другу в грядущей битве. Сражайтесь вместе! Победим мы в этой битве или проиграем, она оставит след в памяти Вселенной. Тамплиеры! Освободитесь от Амуна!
Отсеките нейронные узы! Нет! Мы едины с Кхалой! Кем мы станем без Кхалы? Что нас ждет? Свобода. Изгнали темного обратно в пустоту. Мы обрели свободу. Все благодаря тебе. Я воплощу нашу великую мечту о едином народе. Мы соберем выживших. Отстроим города. Мы отринем старые разногласия и построим новое общество. Вместе мы будем вершить свою судьбу среди звезд. Проклятом месте. Если бы королева клинков хотела говорить, она уже была бы здесь. Она не обманется, Лендис. Если она сказала, что это важно, лучше ей поверить. Я не привыкла оказывать предателям такую честь, командир. Маловато веры для тамплиера. Артанис. Джим. Что происходит, Сара? Зачем ты собрала нас здесь? Амон жив. Его ненависть терзает пустоту. И он хочет вернуться. Даже сейчас. Я слышу голос. Это снова козни нашего врага. Это не его голос. Там есть кто-то еще. Его наполняет отчаяние. Он страдает. Но в нем нет зла. Мощь Амуна растет. Мы можем не дожить до его возвращения. Но оно неизбежно. И что же ты предлагаешь, Кельга? В Ульнаре есть врата в пустоту. Я собираюсь пройти через них и уничтожить падшего раз и навсегда. Но мне нужна помощь. Сара права. Нравится нам или нет, покончить с этим — наша обязанность. Зератул предсказывал, что этот день настанет. Мы с тобой, Керриган.
наставник. Но как? Учитель, видеть тебя — великая радость. Это лишь облик, в котором я являлся к Зератулу, побуждал его к действию. Пророчество, которым следовал Зератул, результат моего влияния на умы примитивных созданий. Ты изъял Нага. Ведь это твой зов, я слышала. Кто ты? Урос. Последний хранитель цикла. Враг Амун един с пустотой. Она — продолжение его воли и моя тюрьма. Зачем ты призвал нас сюда? Слияние чистоты эссенции и чистоты формы должно продолжаться. Существо по имени Керриган. Ты можешь принять мою эссенцию. Вознесись, как Зелнага. Продолжи бесконечность. Зелнага? Ты хочешь сделать ее одной из вас? Нет, черт побери. Сара! Нет! Только Зелнага может победить падшего. Сара, ты не обязана этого делать. Не позволь снова себя изуродовать. Вместе мы... Нет, Джим. Я столько натворила. Погубила столько жизней. Миров. Мои руки в крови. Я должна смыть ее. Это... моя судьба. Зелнага. Я буду помнить каждый миг с тобой. Покончу с этим. Раз и навсегда. Устроил грандиозное празднование в центре Августграда и возвестил
о начале новой эры мира и процветания в Доминионе Тиранов. Перед зданием Сената адмирал Мэтью Хорнер вновь заявил о поддержке войсками нового правительства и выразил оптимизм по поводу дальнейших мирных переговоров с Сиэтлом. Завоюем умы и сердца, как вы всегда и говорили. Знаешь, Мэтт, когда-нибудь ты сам будешь командовать этой горсткой изгоев. Это сделка с дьяволом, Джимми. Ее жизнь будет в твоих руках. Как насчет убраться отсюда, ковбой? Черт, давно пора.